Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о новом проекте, где можно будет заработать монетку BNB. Садитесь поудобнее, я начинаю. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют, что я никогда никого ни к чему не принуждаю. И просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю и где можно заработать. Входить в проект или нет, решение принимайте только вы сами. Также не забывайте подписываться на все три моих YouTube канала. Первый канал — это CryptoMoney, второй канал — это, конечно же, Мега Бабки, ну а третий канал — это Bitcoin Leader TV. Все ссылочки, ребят, внизу в описании. Теперь давайте перейдем к самому проекту. Сам проект у нас называется Turt Burglar. По проекту, да, мы можем видеть, что все основано на блокчейне BNB, соответственно, здесь можно инвестировать монетку BNB. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, нажимаем законнектить и, соответственно, выбираем MetaMask, либо же Connect Wallet. Я выбираю MetaMask, соответственно, у меня сеть BEP20 уже включена. И также даю доступ и нажимаю подтвердить. Доступ подтвержден, и, как видите, я зашел в сам проект. Здесь вы можете видеть, что у меня на кошельке там 5 центов в BNB-шках. Контракт на 59 монет BNB, да, то есть цельных. Соответственно, также вы можете видеть, сколько вы проинвестировали. Также можно покупать монету. Для того, чтобы купить монету, вам нужно указать сумму, которую вы тратите на эту монету. К примеру, это 0.01, это минимальная сумма, да, для того, чтобы начать инвестирование в этот проект. Также, ребят, здесь можно инвестировать и 10 монет. Каждый выбирает ту сумму, которую он готов заплатить. Давайте я покажу, как это все делается. То есть инвестируем минимально. Соответственно, нажимаем «Invest». После чего открывается сам смарт-контракт. И здесь вы уже видите, сколько вы платите. И также, что вы платите за комиссию. Нажимаете «Подтвердить». И, соответственно, сам смарт-контракт, да, то есть получает от моего кошелька деньги и, соответственно, зачисляет мне монеты. Также здесь вы можете видеть, что в day вы будете получать 8%, да, вот такая сумма, это 2920% будет выходить. Соответственно, это очень хорошие проценты. Также есть реферальная программа, что дает возможность, да, дополнительно зарабатывать реферальные отчисления. Они равняются 12%. Да, ребят, 12% вы будете зарабатывать. Я считаю, это очень-очень круто. Как видите, я сделал инвестицию, и у меня уже появилось 57 монет. Эти монеты я могу в любой момент продать, да. Как видите, есть перевод только через браузер, да, то есть вы нажимаете и переводите через браузер. Здесь вы можете менять монеты, да, то есть, как видите, это все открывается, и, соответственно, проплачиваете комиссию и меняете монеты обратно. Также я это отменю, потому что мне это не надо. Также можно здесь, сейчас у нас это все прогрузится, да, тоже, как говорится, забирать свои монеты, то есть эти все вкладки работают. Также вы можете зайти, выйти с аккаунта и, соответственно, обратно войти, если вам это понадобится. Входить лично вам в проект или нет, решение принимает каждый сам для себя. Также можно открыть телеграм-сообщество на 126 участников. Обязательно нажать подписаться для того, чтобы быть в курсе новых событий. Соответственно, проект свеженький и только начинает свой путь. Соответственно, здесь можно задавать свои вопросы, решать свои вопросы и, соответственно, конечно же, общаться, задавать вопросы по проекту и, соответственно, общаться с людьми и зарабатывать вместе с ними. По моему мнению, проект интересный, с хорошей возможностью заработка. Покупаем токены, ждем роста и, соответственно, продаем, когда токен подрос. И мы на этом зарабатывать будем хорошие деньги. Опять же, не забываем о рисках, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем хочу сказать спасибо, ребят, за просмотр. Не забывайте о том, что инвестировать нужно с холодной головой и, конечно же, зарабатывать нужно всегда. Всем пока!